расскажи, Сережа, как ты чихнул только что. Всем привет. Вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life is my life. Какие-то пирушки интересные. Угу. Короче, только что мы шли по стоянке, я чихнул. Блин, ну это и все разъехались. Вот чихай в себя, я не хочу, чтобы на нас так смотрели. Короче, мужчина чуть не выронил пакет, он что-то перегружал. Он так смотрел на нас, как будто... Я в шоке. Короче, в Костке люди покупали телевизоры, а в Sam's Club смотрят холодильники, которые со встроенными телевизорами. Я тоже хочу холодильник. Вот. Будешь хорошо себя вести, купим себе холодильник. Да, нет. Так, ну, все, короче, в Sam's Club сегодня практически очереди не было. Тоже вот такая, с тачкой подошли, и плавно перед нами человек 10 вошли. В магазине спокойно. Какие забавные, красивые, да? Не видно никакой суматохи, тоже все ходят спокойно. Ну, а по товарам сейчас будем смотреть. Клубника есть, это хорошо. И скитлс даже кто-то около клубники оставил. Может, и M&M's будет. Так, саке. Зайка обязательно. Да, у нас же целая. Стало жарко. Пускай две стоит, хорошо? Есть, ты хотела сказать, есть одна? Вон последнюю забирай. Иди, забирай последнюю. Где? Вон на втором этаже стоит. Зай, ты создала пробку, понимаешь? Маришка забирает последний пакет сока. 28. Поставь его, пожалуйста, чтобы у тебя не забрали. Ну что, ну вот смех смехом, смотри. А сока нету. Зато сегодня закинули твой любимый этот самый. Давай возьмем? Кого? Или в следующий раз? Ну давай. Это кофемейт. Это... Подожди, он у нас ванильный, а это просто оригинальный. Яйца будем брать? А ты хочешь ореховый? Орехового нет, видишь? Что по яйцу разберись, зай? Думаешь, возьмем? Ты с ценой посмотри, хорошо. Зай, просто у нас яйца есть. Если эта цена не интересная, то мы не будем брать. У нас яиц хватает, полный холодильник. Мешай мне истерить. Скажи это, чтобы тебя видели. Что? Что ты сказала? Не мешай мне истерить. Ну, короче, яйца дороговатые, да? Да, что поделать. What time did you start? Так, смотрим, что у нас в холодильнике. Мы хотели картошку, кстати, взять. Это не это? Это не такая картошка. Блин, а вот это? Бабулочками. Какими кружочками? Не помню. Так что не будем... А, блин, этими шариками. Блин, западло. Короче, это очень выгодная картошка по 18.48. На куда деть такую коробку? Давайте в складчину брать. Кто рядом подтягивается. Блин, ну я хотел картошки, зая. Давай тогда сырой купим, что ли. Да. Ну что? Сосиски мы очень хорошие в Walmart купили, поэтому сюда даже не смотрим. Здесь были другие, но они пропали. Отдай мою тачку, пожалуйста. Зайка, бери лук. Поэтому сосиски сейчас будем брать в Walmart. Что, более чем достаточно? Зая, давай возьмем, вот мы берем сладкий, а давай возьмем не сладкий. Не надо. Поплачем, порыдаем над ним. А? Не хочу. Не хочешь попробовать? Не сладкий, зайка, я хочу. Ну, потом попробуем. Может, возьмем? Ну, я не хочу, он будет. Ну, зато знаешь, какого будешь есть и плакать, блин. Так, я беру только одну. Подожди, подожди. Во-первых, давай, может, все-таки два возьмем. Посмотри, пожалуйста, чтобы они не вялые были. Как-то вот я... Хорошие. Они некрасивые. Смотри, не красные. Не, ой, блин, хоть помоешься? Нам в прошлый раз написали, что у нас красивые перцы. Давай красивые брать. Вот смотри, вот эти красивые. Ты видишь, одни лежат, их никто не берет. Так, перчики по 5,70. Так, сейчас мы будем брать маленькие помидорчики детям. Не, это не другие. В другом месте, да? Ну, если те, а большие взрослым есть. Будем брать, да? Да. Ну, короче, не будем нарушать порядок. Берем маленькие сначала.
75-75 за 2 лба. Вот такая мелочь пузатая. Кстати, в прошлый раз зайка, они были не такие хорошие, как в этот раз. Так, сейчас мы пойдем возьмем. Вон картошка там есть. Не будем картошку? Это такая картошка красная. Нам не она подходит. Она не для этого. Я понял. Давай на огурцы навалимся. Огурцы по 2,68 за 3 штуки. В прошлый раз я врубил холодильник на полную катушку, чтобы не портить продукты, потому что ну, часть продуктов не сразу вошла в морозилку. И я, имея желание сохранить продукты, заморозил огурцы. Вот, они чуть-чуть. Возьми. Возьми. Так, а этих больших все-таки ты, может, возьмем? Ты их опять заморозишь. Я не буду морозить. Маришка мне не разрешает теперь регулировать температуру в холодильнике. Так, и сейчас будем брать большие помидоры. Помидоры для взрослых по 3,78. Я не хочу. Не достаешь? Давай мы вот так сделаем. Вот, выбирай. Короче, в Сэмс Клабе надо все обязательно хорошо смотреть. Зайцы, ну потому что их везли в холодном. Ты переверни их хорошо снизу, посмотри. Они бывают иногда немножко, конечно, не ахти. Зай, я знаешь, чего боюсь? Что они описались? Нет, что они... Замороженные? Да. Ну вот... Короче, Зай, возьмем две. А как они на... Ну вот как у нас ощупь получилось, Сереж, эта ситуация с салатом. Мы выбросили салат, который покупали в прошлый раз. Да, в общем, в прошлый раз мы взяли салат, потом Маришка его поменяла на другой, а через день мы его не успели даже открыть и просто выбросили, потому что получилась ситуация, что он был красивый, на самом деле он был замороженный, и все, и он сразу спортался прямо в холодильнике. Может, шпинат? Давай возьмем шпинат, но тот брать сейчас не будем, я боюсь, опять будет такая же фигня. Ну, это как... Вот мне кажется, ну, шпинат выглядит так же. Сейчас покажу. А ты хочешь, Сережа, где? Зай, вот смотри, она вся была сильно переохлаждена, она вся мокрющая там. Но. Не, смотри, Зай, не шпинат. А шпинат? Короче, салаты. Зай, я так знаю, что ты говоришь. И резать самим, да? Да, два кочанчика вот здесь. Нам более чем достаточно. Потому что хороший, будет даже... Почему они валяются не там, где должны? Короче, такая капуста, два кочанчика стоят $1.38. Потому что, ну, вот, Сереж, смотри. Он тоже весь внутри такой вот уже покрытый влагой, да. Короче, это не капуста, это айсберг летус. Дети очень красиво это слово говорят. Короче, это салат. Крабовые палочки. Идем. Идем. Да, короче, блин, ну в общем, да, вот смотрите, опять и готовые продукции неполно. Они здесь были, росли. В общем, и по рыбе тут тоже так себе, я бы сказал. Яблоки пойдем возьмем, да. Зайка. Голодок, вот я вспомнил, это помнишь? Голодок. Мне уши уже болят, носки. Мы тилапию не будем брать? Смотри, куда салмон положили. Он здесь никогда не лежал. Короче, полки по рыбу, по мясу, как-то так себе. Но мы сегодня намерены взять салмон. Мы будем со скином брать или без скина? Я вижу, а есть по 7,98 и по 8,98. Вот, разница в том, что этот без шкуры. Зайка, я беру вот этот. Без посмотри шкуры. Давай. Или вон тот. Или вон тот. Или этот. Или этот. Ну, Сережа. Или оба. Чтобы им не грустно было. Надо же все парами брать, чтобы им было не грустно. Тебе в взять... В некоторых странах даже закон есть, что морскую свинку нельзя одну дома держать. Вы не спрашивайте меня, откуда это знаю. Ты два пакета хотела взять. Пошли, возьми. Да. Иди, бери пакет, а я тут погуляю. За по мандаринам, хорошо. Что, зайка? Яблоки сейчас пойдем возьмем. Я хочу взять мандаринов, но они такие же мелкие, как в Костку. Ой, короче, клементина мандарина. 5,16 за 5 лб. Но я не знаю. Наверное, одну сетку, потому что они мелкие. Я боюсь, что они будут не сладкие. Блин.
прошлый раз мы очень хорошие взяли, они толстокожие и очень сладкие. Зайка, мы будем одну брать или как? Одну, Сережа. А вы берите, если хочешь. Не хочу. А? Не хочу. Почему там больше лежат? Посмотри, здесь какие вот красивые. Может, две таких брать, зайки? Или одну? А, давай одну. Одну? Ну, вот у меня есть сомнение, что они будут кислые. Так, идем за яблоками. Голодок. Кто помнит, что такое голодок, пишите в комментариях. Кто не помнит, задавайте вопрос, я вам тогда расскажу. Зайка, так давай возьмем яблоки, а потом вернемся. Так, яблоки по 4,48 за 5 лб. Мелковатые они сегодня какие-то. Зай, вот с той стороны мужчина какие-то крупные берет. Посмотри, пожалуйста. Или это просто у соседа всегда больше и толще, и зеленее, и жирнее. Ну, они реально большие, да? Давай такие еще. Давай две мисочки. Мисочки, говорю. Мы детям мисочки нарезаем. Две сумочки. 4,52. Па, так это зайка, это фуджи, это не голодок. What? What language are you speaking? Russian. Russian? Yeah. Oh. What part? What part of Russia? It's not part Russia, it's another country, Belarus, but we speak in two languages. Oh, okay. We have two national languages, Russian and Belarusian. Okay, glad you're here. My Thank you. Good best friend's married to a girl from Russia, so. Oh, cool. Have a good day. You too. Stay Может safe. Нам... Thank you. Может Одну нам взять... Фуджи, вторую на эту. Голододни. Зай, подожди, вот возьми... Может, вот что-то мне кажется, что этот... Не ударил на этот, вот поменяю еще вот этот. Короче, берем фуджи и берем голодок. Давай. У нас есть красный бок, когда он есть. Угу. У этого мужчины, походу, будет какой-то пати, потому что он набирает очень много фруктов. Полная телега. У него там и арбузы, и бананы, и все что угодно. И вот он яблок много берет. А мы сейчас возьмем клубничку. Цена на клубнику 4,92 за 3 лб. Сейчас. Блин, а как же ее нюхать? Возьмем, наверное, две за. Не бойся. А мы ее сегодня одну съедим. Смотри, какая она яркая. Мы ее прямо намоем сейчас и слопаем одну. Да, я взяла две малинки. Малинки? Угу. Она по доллар 83 сегодня. Ну, прекрасно. Может, еще одну взять или хватит? Варенье хочешь ставить? Нет, не хочу. Я хочу это сама. Да нет, две хватит. Ну, клубнику и марину. Марину. Малину. Лучше потом приедем еще возьмем. Пойдем посмотрим, что с курицей. Курица есть, все хорошо, но там только все можно. Ну, короче, рыба есть. А вот крабов мало, я так не вижу. А вот в той куче нету? Креветки, морские гады, да? Ну, мясо, говядина, свинина, я вижу полный морозильник. Курица не поменялась в цене, но холодильник не полный. Так, ну красного мяса, вот если его так можно назвать, то его хватает. И свинина, и говядина. И один холодильник полный, и второй холодильник полный, то есть все в порядке. Один, ты хочешь взять одну курочку? Зайка, а что у нас там со стейками? Мы же их не съели еще, да? Нет.
Короче, Маришка берет еще одну курицу, будем напихивать в морозилку так, чтобы она не закрывалась. Кстати, в Сэмс Клабе нам не дали влажную салфетку на тележку. Они сказали, что все палки, перед тем, как написано, что мы их... Что они обработаны? Как люди оставляют, они перед тем, как поставить туда, где это нужно брать. Так мы тачку брали на парковке. Вот, ну ладно. В машине санитайзером обработаемся. Так, один сок может зацепить? Нет, не надо. Короче, один яблочный. Что еще? Ну, все. Опять в сладости? Может, корона? Ну, я не очень. Это актуально. Корона. Я пиво не очень. Я тоже. Так, ну что? Сосиски. Зай, у нас есть сосиски, успокойся. Нет, сосиски нам одну коробочку, зайка, надо зацепить. Я тебе честно говорю. Это стратегический товар. Без сосисек никуда. 7.47. Кстати, почему мы их в Костке не видим? Может, нет. Мы не обратили внимания или их нету там? Ой, ну здесь много товаров не хватает, правда же? Ну, полупустые стоят. Вообще пустые. Вообще ничего нету на полках. В общем, по сосискам у нас такая тема. Если у нас дети едят сосиски, то Сашка ест вот эти вот маленькие, а старшие дети больше предпочитают большие, нормальные, стандартные. Вот. И иногда любим их сделать в эйрфраере зажаристыми. Это прикольно, вкусно. Так, ну что, пошли сразу в сладости, Зайка. Чем мы будем по этим рядам юзаться, да? Если он будет через этот ряд идем. О, свиные эти самые, наша цель купить. В общем, я в прошлый раз обещал сделать распаковку, но, честно говоря, они так быстро съелись, и я что-то поленился. А потом, когда вышел ролик, люди говорят: давайте распаковку. Поэтому этот раз берем и сделаем распаковку уже обязательно. Так, 5.98. Вот за такую баночку свиной жареной кожи. Опа. Будет обязательно распаковка. Так. Больше нам тут ничего не надо? Не надо. Идем. Посмотрим. M&M's видишь? Ну, все отлично тогда. А, вот. А я ищу, где ты его видишь. А цена как в Костке или нет? 10.98. Дороже? Вот зараза. Они перекупили и продают. Ясно. Так, а в этом ряду? Может, что? Может, пикнуть опять? Ну, давай скидывайся. Ну, давай. 6.98. Скидывался приятнейшим. А вот такие дети не любят эти желебомки какие-то? Мне кажется, нет. Окей, бери скидывался. Так, и знаешь, что еще? Давай, я хочу у тебя спросить. Проси меня. Разрешение? Давай. А, блин, я думал, это M&M's. Подожди, это как M&M's. Во, я туплю. Я думал, это же как гумми-бер. Иди потрогай, они, наверное, такие. Пощупай. Не знаю. Пощупай. Оригинал Fruit. Майк Лайк. Майк Айк. А где тут написано, что это? Фрушеви, это ж получается. Жевальные, наверное. Нет? Ну вот потрогай, они такие, как жевальные. Не будем? Если хочешь, я тебе разрешаю. А вдруг невкусно? Ладно, давай возьмем.
Так, все? Ну да, мне кажется. Все, идем на кассу. Что у нас сегодня с кассой? Очереди нету, можно сказать, да? На самообслуживание пойдем, да? Все, идем на самообслуживание и увидимся на парковке. Ну и так, мы закончили наши покупочки, мы потратили... Конечно, что нам надо. Мы закончили наши покупочки, потратили $197. 142? 197. 197? Да. Почему 142 не показалось? Ну что, показалось. Ты не путаешь? Нет. А, 142. А будь в лапке хотела бы. Я запуталась, что ты себе представь. В общем, так, что еще? Все? И все. И все. Короче, очень жарко в маске. Я не представляю, как можно целый день работать. Как врачи работают, это очень тяжело. Может быть, в этих, которые вот эти 95, которые не давят на нос, на губы, может быть, в них легче как-то может дышится. Не знаю. Я. Ну, в общем, в прошлый раз, когда мы были в магазине, была температура где-то 16-18 градусов. Ну, это не было дискомфортно, а сегодня при 25 это реально дискомфорт. Лицо все время потеет, хочется чесать его. Ну, вот короче, сейчас... это не самое лучшее занятие. Я сейчас подумала о детях. Дело в том, что у нас пока у нас еще типа под вопросом пойдут ли они даже осенью в школу. Потому что говорят, что ну, будут смотреть, как у нас будет развиваться все это. Но если пойдут в школу, то говорят, что будут классы напополам разделены. 16 человек и 16 человек, они будут заниматься отдельно. Возможно, будут это две смены будут, и дети должны будут в масках быть. И вот я не представляю, как целый день в маске отбыть ребенка. А еще больше я не представляю, как они будут их держать дистанцию между ними. Они же все равно будут играться вместе. В 26 километрах было землетрясение только что. Да надоели эти землетрясения. Ночью, когда тряхануло, так я думала, что все уже. На днях у нас было амплитуда 3,7 землетрясения на глубине 10 километров и по удаленности от нас где-то тоже 10 километров. Короче, нас так конкретно подкинуло на диване, что мы просто окабанели. Но это был один толчок. Как будто сейчас окна летят. Ну вот. Это было страшно. Ну вот, вроде и все. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, делитесь той информацией, которую вы знаете, а вы были на канале «Наша жизнь в Америке». New Life, It's My Life. И увидимся в интернете. Пока-пока. Бай-бай.